Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум. Алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. С вами, братья. Мы тоже с вами. Алейкум ассалам. Сегодня, 12 ноября 2019 года, было рассмотрение, было заседание по моему супругу Бекирову Ремзи. Опять было продление меры пресечения до 15 февраля 2020 года. Само судебное заседание проходило стандартно, по шаблону, как и у всех. Всегда складывается ощущение, что меняются только фамилии подсудимых. Дела штампуются одинаково. Но что бы я хотела отметить, это речь моего супруга Ремзи Бекирова, который является гражданским журналистом, активистом, журналистом интернет-издания «Грани.ру», волонтером, активистом крымской солидарности. Его речь была, как всегда, решительной, уверенной. Он твердо говорил о том, что, во-первых, его осудили только за его активность, за то, что он был неравнодушен и продолжает быть неравнодушным к проблемам своего народа. Начиная с 2014 года, в связи со сложившейся ситуацией в Крыму, он начал освещать репрессии против нашего народа, против своих соотечественников, был неравнодушным, и именно за это он сейчас находится в СИЗО. Это первое, что он говорил в своей речи. И второе, что он отметил, это то, что в 1944 году было объявлено, что крымские татары – предатели. Сегодня же объявляют, что крымские татары – террористы. И он говорит о том, что прослеживается параллель между тем сложным временем и сегодняшним днем. И опять эти ярлыки навешиваются на наш народ. Ни за что наших детей осуждают, за их несправедливый, за свой народ. Они борются за справедливость, а они ни за что всякими этими статьи всякие придумывают, которых нереально, даже таких сроков нету нереальных. А Бзамбалар держатся, молодцы, улыбаются. Сегодня прошел суд о продлении меры пресечения моего мужа, мой муж Аметов Энвер. Продлили меру пресечения до 15 февраля 2020 года, опять на 3 месяца. Муж выглядит, альхамдуля, ну, по его словам, через адвоката, он передал то, что он с 4 дня вчерашнего дня он не спал. Всю ночь не спал, и сегодня их привезли без сухпайка. То есть они голодные, будут содержаться здесь, в здании суда, до вечера, пока у всех не пройдут суды. Аллах шукур, народ не оставляет. Джимат приходит поддержать наших ребят, тем самым показывая, что это люди не террористы, что это одни из лучших людей этого общества, которые беспокоятся о нем, которые несли в это общество только самое наилучшее. И как мы видим сегодня, именно таких людей осуждают по самым тяжелым статьям. Иншаллах, мы надеемся на то, что все в руках Всевышнего, и срок, который
сроки, которые дают сегодня, вот только что сейчас смотрели сообщение, в Ростове прошло заседание и вынесли решение Ялтинской, так называемой Ялтинской группе. Такие длительные сроки дали людям, которых в обществе знают только с положительной стороны, которые в обществе несли самое лучшее. И на сегодняшний день мы, к сожалению, мы видим, что и здесь вот у нас тоже продолжается по этой же статье, по таким же обвинениям голословным, вот так называемые судилища. Иншаллах, мы верим в лучший исход. Все в руках Аллаха, и то, что нам предписано всем, оно сбудется, иншаллах. И хотел бы также вот обратить внимание, поблагодарить, что здесь вот много людей пришло сегодня, там стоят и родственники. Правда, сегодня много не пустили. Сейчас вот я разговаривал с отцом Ремзи Бекирова, только пропустили маму Ремзи и его супругу. Приходя ежедневно, приходя на эти суды, приходит такая мысль, и кажется, когда эти вообще суды закончатся? Бесконечное посещение судов, бесконечное преследование, сажание в тюрьмы, да, на длительные сроки. Когда это все закончится, только Аллах знает. Это самый настоящий геноцид над крымско-татарским народом. Это самое настоящее издевательство. Почему такие длительные сроки дают крымским мусульманам? Ремзи! Такбир! 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 Аллах Акбар! Такбир! Аллах Акбар! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум!